Друзья, всем привет! Сегодня у нас суббота, 4 мая. Вот, убрала двух пушкинских петушков. Заказали знакомые детям на супчик. Ну, не сказать, что сильно крупные. Ну, для супа очень даже вполне себе. Еще не взвешивала, но думаю, 700 кг, 800 кг тушки будут. Как взвешу, скажу вам. Выложила из морозилки. Вот мясо у меня размораживается. На плите. Это она не грязная, это она поцарапанная. Варится мешанка. Курочкам, уточкам. Сейчас закончу с петушками. Буду готовить шашлык, мариновать. Потому что завтра у нас Светлое Христово Воскресенье, ребята. Ну и мой день рождения в этом году выпал на такой большой праздник. Будем праздновать. На кладбище не пойдем. Ну, хотя, в общем-то, и на Пасху я не люблю ходить на кладбище. Я считаю, что для этого есть Красная Горка. А Пасха – это праздник живых. Христос воскрес. Ну, ладно, не будем о религии, да? Будем праздновать. Ну вот, взвесила петушков. 1 кило 350 и 1 кило 460. Ну, для молоденьких петушков, не бройлерных, вполне прилично. На супчик очень даже. А в инкубаторе у нас уже... только-только начинается вывод мускусных утят. Вон он сидит, малыш. Первенец. Самый первый. Но другие яйца в наклеве. Вот он из этого яйца вылупился. И вот, если приглядеться, можно увидеть, что наклев на других яйцах тоже есть. Это те яйца, которые мы покупали. Микс от очень знаменитых заводчиков России. То есть породистая, крупная, отличных линий птица. Очень жду этого вывода, очень жду этих малышей. Ну вот, промежуточный момент приготовления шашлыка. Здесь у нас две курицы я порезала. Сейчас много-много лучку, специй, ну и так далее. Потом будет еще отдельный тазик из свинины и отдельный тазик из говядины. Вышла помять мешанку, ребят. Ну как же не погладить любимчика-то своего? Ты мой хороший. Ты мой красавец, такой плюшевый заяц. Ой, что-то камера не хочет фокусироваться, да? Не хочет камера работать. А кролик такой, гладили бы вы и гладили. Ты мой красавец, такой ласковый. Ну, что ждешь? Ну, давай еще поглажу, давай. Ты моя лапушка такая. Нет, все. Тане надо дальше заниматься. Прибалдел. Кайфуй ты. Надо мешанку курочкам на завтра помять. Сварила на мясном бульоне с овощами. Надо помять. Вот, все животные накормлены. Шашлык нарезан. А на куриных косточках сварила супчик со щавлем. Без картошки, правда, но с зажарочкой. Лучок с морковочкой, со свежим укропчиком. Сейчас будем ужинать.